Мы продолжаем наш рабочий день. У нас в гостях Татьяна. И Татьяна у нас первый раз. Поэтому что мы будем делать сегодня? Полностью менять форму. У Татьяны шикарный густой волос, плотный. Поэтому можно сделать, ну как бы это у меня уже нарисовалась такая своя картинка, до которой, к сожалению, надо еще отрастить длину на макушке, там возле челки. Что мы будем делать сегодня? Сегодня мы поменяем форму, мы ее прострижем, потому что слои такие тяжелые. Мы уберем длину на затылке, мы откроем немного шею и выведем как бы слегка к форме каре. Итак, начинаем. Смотрим наш результат. Что мы сделали? Мы простригли полностью макушку, мы убрали волосы с шеи, то есть открыли шею. У Татьяны появилась шея, как она сказала. Так как у Татьяны очень хороший, богатый волос, я повторюсь, у нее все это поднимается, в принципе, уже без всяких усилий, поднимается объем, поэтому у Татьяны, конечно, жизнь заиграет сейчас яркими красками. Ну, ваше слово. Вердикт. Мне очень понравилось, я вам благодарна. Супер, Татьяна. Наслаждайтесь. Я приду к вам еще раз. Это хорошо. И последний раз. Это замечательно. Freedom Guide, your family group.